Итак, Шоминучи, Йонкё, Амате, экзаменационная форма. Встречаем удар тыльной стороны руки, вторая рука подходит под локоть, делаем поворот корпуса, шаг в третью точку, движение вывода руки на колено, в бедро возвращаем в стоечку с движением руки в локте вниз. По возможности плечо должно находиться ниже, чем запястье. Вот здесь. Дальше мы подкручиваем руку. Да, захват у нас здесь происходит таким образом, накладка, что как бы два пальца на запястье, два пальца на ребре. То есть мы можем подкручивать ребро. Мы, контролируя локоть, подкручиваем руку и, сгибая локоть, делаем шаг вперед и загружаем нашего напарника вниз. Вот здесь. Здесь у нас практически санкё. Дальше. Рука с локтя двигается под предплечью, и основанием указательного пальца мы ставим руку возле запястья и еще с небольшим движением цугиаши, скручивая руку, локоть втыкаем в пол. Вот здесь. Болевой идет давлением с внутренней стороны запястья. Вот здесь. Это прикладная форма удержания. Дальше мы руку закручиваем предплечьем на ногу, на голень, и отходим назад.